Крепкий союз и надежное партнерство, существующее между Турцией и Азербайджаном, преобразовывает Каспийско-Черноморский регион. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу CBC заявил чрезвычайный и полномоченный посол Турции в Азербайджане Эркан Узорал. По словам дипломата, благодаря политической воле двух стран данный регион приобрел совсем иной вес на международной политической арене. Турция и Азербайджан – это надежные партнеры. Результатами наших совместных усилий являются крупные региональные проекты – Баку, Тбилиси, Джейхан и Танап. Помимо этого, мы создали в регионе необходимую инфраструктуру для того, чтобы и дальше расширять нашу совместную деятельность. Так, на данный момент завершается строительство третьего сегмента Южного газового коридора проект ТАП. Реализация этого проекта сделала нас еще ближе, еще сильнее и открыла для нас новые горизонты международного энергетического рынка. По словам дипломата, в основе столь надежного политического и экономического сотрудничества лежат крепкие связи народов двух стран. Так, в Азербайджане действует свыше 3000 турецких компаний, подавляющее большинство из которых задействовано в ненефтяном секторе экономики. Мы очень хорошие и надежные партнеры в экономической сфере, потому что мы братья. Мы обоюдно стремимся развивать наши экономические связи, укрепить их и сделать их более обширными. Азербайджан и Турция являются основными инвестиционными партнерами. Так, к примеру, до постройки нефтеперерабатывающего завода «Стар» общий объем инвестиций Азербайджана в экономику Турции составлял 10 миллиардов долларов. Это не маленькая цифра, но с инвестициями в НПЗ данный показатель достиг отметки в 20 миллиардов долларов. В свою очередь, Турция активно вкладывает свои средства в ненефтяной сектор Азербайджана, активно стимулируя его развитие. По словам посла, с целью дальнейшего укрепления и развития сотрудничества в политической, экономической и социальных сферах, две страны продолжат проводить интенсивные встречи и визиты на всех уровнях. Фуад Байрамов, Фируз Рагимов, CBC.